Buongiorno, come sempre, Алена Каміла, фітнес Форце Палермо. Форце Палермо, Форце Палермо. Sì, oggi 23 giugno. Чинаю. Нет, giugno. 23 июня, 24 год. Сегодня 23 июня 2024 год, и сегодня 17 лунные сутки продолжаются с вчерашнего дня. Что значит 17 лунные сутки? Это значит, что любовь и праздник торжествуют. Вот любовь и праздник торжествуют. По воскресеньям у меня традиция, которая где-то с марта месяца повелась. Я всегда по воскресеньям одеваю беленькое. Да. Сегодня я пью простую водичку. Поэтому иногда лимонную водичку, и иногда мятную, или иногда простую водичку. Просто лимона дома нет. Надо пойти купить. Вот поэтому пью простую водичку. И сегодня, конечно же, сделаем простые упражнения и приветствие солнцу и пять жемчужин. Вот внедрение неких гимнастик, вот просто вот в образ жизни, да, это сделает здоровое, красивое тело. Оно вам будет действительно нравиться. И здоровье будет нравиться, и жизнь будет нравиться, и заниматься деятельностью, и энергия будет, и взаимодействовать с людьми, общаться с людьми будет нравиться. Ну, я же сказала, месяц будем со мной, фитнес Форце Палермо. Да, а может быть, все время будем со мной, но по чуть-чуть, потому что... Да, кстати, если кому нравится, то можете написать мне в личный кабинет. Может быть, кто-то хочет... А я рассмотрю этого человека и с ним позанимаюсь. Это такой сюрприз. Просто позанимаюсь месяц, мы договоримся, как это будет происходить. И мне это будет интересно, и человеку это будет наиполезнейшее. Запомните, есть такой человек в мире, который делает каждый день гимнастики. И не один. Но первое – это я. Вот я делаю, я вам показываю. И вам рекомендую. Не надо делать часами какие-то странные упражнения. Если не нравится фитнес, тоже, ходить в спортзал тоже не надо. Бегать тоже не надо. Просто делайте гимнастики и соблюдайте простые правила ЖКХ, правила питания. Все. Кушайте все натурально. Все натурально, все от природы. И каждый знает, вот это натурально или это не натурально. Вот это вот масло, думаю, что натуральное, потому что мандерло, миндальное. Водичка – это натуральное. Печенье уже не натуральное. Все. Конфета уже не натуральная. Варенье, близко к натуральному, потому что там ягоды и сахар. Мед натуральный. Картошка натуральная, морковка натуральная, да, и так и далее. Батончики, там есть для фитнеса, там как-то протеиновые, это уже не натуральное. Так что, в этом случае рассматривайте и размышляйте. А теперь встали и будем делать первую гимнастику 25 жемчужин. А потом я выйду, зайду и сделаем гимнастику. Не гимнастику, а Нурья Намасха. Наверное, так сделать. А может, все вместе? Посмотрим. Опс. Опс. Так. Точку выбираем. Делаем по 7 раз. Опс. Раз. Отлично. Остановились. Вот. Вот так вот. Теперь ложимся. Ложимся.
ложимся. Опс. И вдох вверх, вниз, выдох. Расслабляющий выдох. Вдох. Выдох. Так, следующее упражнение. Опс. Животик, ягодички подтянули, ручки, вдох и раскрываем грудную клетку, подбородок поднимаем вверх и вперед. Делаем выдох, выдох, ой, вдох и выдох. Плечики при этом опускайте. Вдох. Выдох. Отлично. Это очень хорошее упражнение. Очень хорошо. Смотрите, животик втянуть, ягодички напряжь, да, и ручки. Хорошо. Хорошо. Плечики опущены. Угу. Хорошо. Следующее упражнение. Это мое любимое. Кстати, я его очень люблю делать. Почему-то. Не знаю, почему не люблю. Так. Сели. Ручки. Да. И вдох. Задержка дыхания. Выдох. Вдох. И заключительное упражнение. Опс, опс, опс. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Опс. И волосы, и майка мне помешали сделать хорошо это упражнение. Полежали возле ребеночка и отдохнули. Очень хорошая, полезная. И на сегодня с этой гимнастикой достаточно. Это очень хорошая гимнастика. Называется она «5 жемчужин». 5 упражнений. И нужно начинать их делать с 3 раз. 3,
делаете целую недельку, ощущаете, хотите переходить или не хотите. Потом 5 раз в следующую недельку, потом 7 раз. И так, прибавляя по 2 раза, по 2 повторения, делаете до 21. Классно, 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 классно. Я очень люблю ее делать, особенно когда я не хочу там укреплять ручки, ножки, или какой-то активный, или не хочу бегать, или вообще у меня наступил такой миссия, что я вообще не хочу делать фитнес. Я просто делаю эту гимнастику. Рекомендую. Но утреннюю гимнастику, гормональную, я делаю всегда. Массаж лица я делаю всегда. В образе жизни стаканчик водички. И во время упражнений физических всегда пейте по одному глоточку. Максимум по 3. Как всегда. Опс. 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 Да? Хорошо. И язычком пожал. Угу. Классно, да? Вот, немножко почесали голову, вот такой вот сделали массаж, очень хороший для волосиков, да? И немножко побили ручки, вот такие ручки, вот. Отлично, хорошо. Одну ручку подняли, вторую подняли, на голову опустили. И что сказали? Я молодец. Я молодец. Я молодец. Я молодец. Хорошо. Все. Всем доброго дня, хорошего воскресенья. Напоминаю, что это 17-е лунные сутки. Нужно веселиться, нужно улыбаться. Любовь и праздник торжествуют. Вот такой вот сегодня и воскресный день легкий. Больше отдыхайте, больше улыбайтесь, веселитесь. Рассказывайте много анекдотов, интересных, смешных историй. Тем самым вы будете приближаться к своей цели мечты, которую вы написали 17 дней тому назад. Чао!